Привет, друзья! Мы подготовили для вас интересную подборку товаров с AliExpress. И если вы автолюбитель, то вы зашли по адресу. Итак, первый лот – это опора для поясницы. Отзывы в интернете просто отличные. Причем некоторые приспосабливают такие штуки даже на рюкзаки. Еще один немаловажный бонус – это вентилируемость. И ваша любимая спинка в жаркие дни не будет потеть. Сказано, как в рекламе Pampers. Ну да ладно. Следующий лот для любителей спиртного, а в России у нас таких подавляющее большинство. Поэтому всегда нужно иметь при себе алкотестер. Тем более всего за 400 рублей, мужики. По-моему, очень нужный девайс, согласитесь. Следующий лот меня поразил. Ну как поразил? Не лот, а именно то, что такую приблуду, а точнее цифровой толщинометр, в прокат за 500 рублей дают, а с выездом там от 1500 до выше. Хотя она стоит чуть дороже, чем 1500. Ума там особого в пользу в ней не нужно. Поэтому, кому нужна такая штука, смело заказывайте. Я выбрал самую топовую по отзывам. Этот экземпляр заслуживает отдельного внимания. Портативный стартер. Я поверить не мог, что этот малыш реально может завести машину. Изрыл весь интернет и нашел кучу видео, что это работает. Поэтому могу смело рекомендовать, хорошая штука. В край можно использовать как пауэрбанк, мобилки заряжать. Но всегда будет такая классная штука на всякий случай. Автомобильный холодильник. Крепится на сиденье, компактный и удобный. Много всяких отсеков, под бутылки, под салфетки. Для семейного человека, ну точнее для семейного авто, очень полезная штука. А главное ее преимущество — это цена. 400 рублей! 400 рублей, Карл! В России их начинают продавать от 2000. И поэтому, ну я просто не могу не добавить этот товар. Ну что ж, друзья, на сегодня топ завершен. Все ссылки на товары в описании под видео. И если я был вам полезен, вы можете поставить лайк. А если вы будете их ставить, то я буду делать еще и еще подборки для автомобилистов. А также, если вы хотите получить один из товаров бесплатно, на выбор, то вам нужно сделать репост этого видео во ВКонтакте из нашей группы. Ссылка тоже в описании. Пока-пока.